общем, ребята, с вами Илюша Gold School! А знаете, почему Gold School? Потому что прямо сегодня я куплю рарку с настоящим Gold School'ом или с какими-то дорогими наклейками. Поэтому, ребята, если вы ждали эту долгожданную рубрику, на которую я потрачу более 10 часов времени, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ну а мы начинаем! Братик, ну и чтоб тебе интересно было смотреть это видео, я запрятал по буквам рабочий промик на Аркану. Ты все эти буковки соединяешь, вводишь и активируешь промик. Поэтому, братанчик, салам алейкум, удачи, ну а мы приступаем к видео. Ну а начнем мы наши поиски дорогущих наклеек с АКР Спорта с Фуриес коллекции. Почему на Фуриес? Да потому что это удаленная коллекция. Вы просто посмотрите, я секунду пролистал, уже вижу первую наклеечку. И притом это наклеечка с новой коллекции Hot Winter 2023. Обалдеть, это хэштег непоганенько, но пока что ничего сверхъестественного я не вижу. Единственное, я не понимаю, а почему так много наклеек именно на АКР Спорте? Хотя нет, я понимаю, это очень дешевый скин, и вы посмотрите, какой же он красивый, да это сосочка! Братва, у кого перестал, плюсик в чат, потому что это прям великолепнейший скин, и давайте искать какие-то наклейки, арканы, и возможно прямо на этом скине мы сможем найти наклейку Gold School. Прикиньте, не, ну реально, а прикиньте. Ой, ребята, чё же я вижу тут за наклеечки? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это просто им. Ой, не вот это я мискликнул. Блин, опять мискликнул. А вот это просто имба, и это стоит всего лишь 75 голды, это нереально выгодно. Так, ребят, листаем дальше, и что же вижу? Я вижу очень большое количество разных наклеек. 5 minutes later. Знакомьтесь, это Света, этот скин стоит всего лишь 100 голды! Посмотрите, вот эта наклейка, это же вроде бы как Аркана, или я вообще того с ума сошел. Какие же классные наклейки пошли, когда у вас есть 100 голды, обалдеть, не встать. А что будет, когда мы долистаем до 200 голды или до 300 голды, там, наверное, будет прям полный разнос. Но наша цель найти наклейки с Хэллоуин коллекции 2019, потому что именно там уже будут настоящие, дорогущие наклеечки. Поэтому, ребята, листаем самый-самый низ. 5 minutes later. Не может быть, я нашел первую Хэллоуин наклейку. Она стоит 140 голды, ну это скин стоит 140 голды. Ну, кстати, очень, очень, еще раз, очень неплохо, блин, ребята, пошли, Хэллоуин, наклеечки, мама дорогая, вот это имбулечка, ха-ха, еще одна Хэллоуин наклейка, так, это стоит уже 150 голдишки. Знаете, что самое плохое? Я уже листаю минут, наверное, 10, а то и 15, но я еще не видел ни одного скина, на котором было бы две Хэллоуин наклейки одновременно. О, кстати, это прям очень дорогой АКР Спорт. А можешь купить? Все эти наклейки в сумме стоят примерно 700 голды. Но наша цель — две Хэллоуин наклеечки, я хочу. О, любимый, АКР Спортик, мой ты маленький, мой ты сладенький. Если тут нормальные наклейки, люди дорогие, помогите. О, вот это прям нереально дорогая наклейка, она стоит 600 голды, это легендарка. Или аркан, я уж точно не помню. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы помните. Это эпик с Хэллоуин коллекции. Ну, нам, ребят, о, я нашел две Хэллоуин наклейки. И этот скин стоит, знаете сколько? Этот скин стоит 220 голды, и знаете что? Я его куплю. Купил. А, я мискликнул, мать моя женщина. Блин, я мискликнул, а не тот скин купил. Что? Это Devilish! Devilish! 400 голды! Я не знаю, можешь купить. Ребят, напишите в комментариях, я не знаю. Что? Еще наклеечка Toxic, вы видели? Наклейка Toxic Аркана. Мама дорогая, что за наклейки тут пошли? Тут вообще две Хэллоуин наклейки. Все девочки в школе просто будут ваши. Отличие, такие там девочки, и мальчики, и учителя, и директор школы просто вам наклей не сядет. Вы посмотрите, что тут за наклеечки. Ну а если у вас есть 1000 голды, вы все можете купить вот такие вот крутые наклеечки. Это Devilish, он стоит примерно 15к голды. Во мне показалось 15к голды прямо сейчас. Плюс это наклейки легендарки, каждая из которых стоит по 600 голды. Это прям нереально выгодные наклеечки, но их тут пока что слишком мало. О, вот еще одна наклеечка, очень дорогая, эпик. Что?
Это самый крутой АКР, который я когда-либо видел в жизни! Какая же насоска тут наклеек на 30к голды! 30к! Мама дорогая! Вау, ребята, вот это тут наклеечки! Что же произошло прямо сейчас, вы меня спросите, да? А что произошло? Бах, на наклейки! Ой, скажите, какие-то пока шуты такое, а ну расскажи! Скины дальше не листаются, но если кто-то выставит скин с наклейками, то мы его обязательно увидим. Вот, например, вот эти пули выставил скин за 19к. У меня только один вопрос. Уважаемый, вы там адекватно, вы что там в сосну ехали? Какие 19к, дядя, ты чё? Мне ж плохо стало. Поэтому мы прямо сейчас увидим все новые скины с наклейками, которые кто-либо выставит на АКР Спорт. Но, чего? Вот это 1900? Ребята, вы чё там? Вы чё там с ума сошли? Вы чё, вообще там неадекватно или как? Короче, ребята, прошел примерно 1 час времени, никто ничего нормального не выставил. Максимум, что мы видим, это вот это. Давайте-ка мы перейдем на скин номер 2, потому что, если честно, я уже немножко устал. Брат, что нравится этот ножичек? А вообще получить совершенно бесплатно. Тогда рекомендую тебе булдропщик, потому что булдропщик раздает бесплатно ножички, у них есть нереально крутой ивент. И на булдропщике реально выпадает топовый дроп. И плюс лично от нас с булдропщиком мы дарим промик на халявную колду. 5 minutes later. Ну, а следующий наш скин — это АКР Ворм. Это не просто скин, это тот самый АКР, на который каждый школьник честным долгом приклеить какую-то классную дорогую наклейку. Поэтому, ребята, прямо сегодня наша цель — найти на этом АКР Ворме скины с редкими наклейками и, конечно же, их купить. Я говорю сразу, тут всего 700 тысяч этих скинов. То есть 700 тысяч — это просто трындец, это листа примерно 3 моих жизни. Ах, чувствую, я не зря себе заварил чаёк, потому что листать АКР Ворм — это нечто нереальное. Это то же самое, что в огромном снеге сена искать иголку. Но ничего, ребят, погнали. Я включусь, когда найду первую наклейку, если я, конечно же, её найду. Прошло примерно 10 минут. Что же могу сказать? Что как будто этот скин бесконечный, он не заканчивается. Я до сих пор не листал даже до одной голды. Как же это сложно. Ух, ищем дальше. Что? Я только что видел наклеечку, отвечаю. Отвечаю, где она, где она, где она, где она? Блин, ребят, я даже теперь найти ее не могу. Где-то тут была наклеечка. Ща найду, ща найду. Наклейка, падали сюда, иди к папе. А-а-а, ее купили. Ее только что купили, я ее нашел, она первая, ее купили, прикиньте, как это обидно. Я хотел купить эту наклейку, но нет, я не успел. Как обидно. Жизнь, боль. Что? Что? Ребята, только что произошел баг наклейки. И я вижу все АКР Вормы с наклейками. Что? Вы посмотрите, за 4 голды что можно купить, какую красоту. Дайте, я просто успею нажать. Я не могу нажать, просто же понимали. Как быстро листаются все скины. Ребята, я в шоке. Обалдеть. Кому в голову пришло приклеить вот эту наклейку? Ребята, посмотрите, как быстро листаются скины. Я... Ого! Вот это стоит 200 голды! Обалдеть! 3 наклейки Кинга я беру! Я беру 3 наклейки Кинга, ребята, вау! 4 пальмы и 1 из них аркана, что? Вот это тут наклеечки! А вот эта карморм стоит всего лишь 111 голды. Ну, а, к сожалению, я не вижу ни одной Хэллоуин наклейки. К сожалению, зато я вижу тут очень много крутых, прикольных скинов, ребята, посмотрите, вау! Вау, вот это да! Тут куча наклеек с новой коллекции. То есть, вот эти вот наклеечки примерно стоят по отдельности 50 голды. Но тут они стоят всего лишь 9 голды. А вот это стоит вообще 4 голды! 4 голды! 4 голды в наше время — это вообще пыль! Вот это да! Я, конечно, всякое видал, но такое я просто в шоке. Но я, к сожалению, ребята, из-за того, что это АКР Ворм, я потратил целый час моей жизни, и в итоге все зависло. Ну, как обычно, дефолтик. Кстати, да, сколько стоят эти наклеечки? Напишите, кто шарит, в комментариях. Ну что, ребята, а мы переходим к следующему скину. Ох, ребята, а сейчас будет очень интересно, потому что это новая коллекция, это Hot Winter Party. Я уверен, что именно на этом скине мы сможем найти какие-то новые, эксклюзивно дорогие наклейки. Возможно, прямо на этот скин кто-то клеил дорогущие наклейки. Давайте смотреть. Пока что все, что вижу, это максимально дефолтные наклейки. Я вам даже их показывать не хочу. Но я уверен, что мы сможем найти арканы наклейки. Поэтому, ребята, давайте-ка мы пролистаем и попробуем их купить.
У меня нету нормального скина на UMP-45, поэтому если я найду сейчас какие-то классные наклейки Арканы, у меня бюджет до 1000 голды, то я обязательно куплю этот скин и буду с ним играть. Мы долистали до 900 голды, и пока что самое дорогое, что я видел, это вот это. Ну как-то за вот эти наклеечки ты еще давать не хочется, потому что мне кажется, гораздо выгоднее купить отдельные наклейки, отдельные UMP, и тогда реально будет дешевле. Ребята, где нормальные наклейки? Это что за безобразие? Совесть-то иметь? Мы долистали до 1 миллиона голды. И знаете что? А тут вообще наклеек нету. Ха-ха, прикол. Не, ну можно купить вот такой скин, он 100 голды. Ну, ребят, у кого есть там лишних 100 голды, можете купить. Но я лично лучше бы купил бы отдельно 4 наклейки и отдельно купил бы этот UMP. И, к сожалению, на этом Hot Winter Party мы не нашли ни одной нормальной наклейки. А теперь самое интересное, мы переходим к рарке. И это не просто рарка, это рарка с Origin коллекции AWM Phoenix. И вот тут-то мы по-любому найдем какие-то крутые, дорогущие наклейки. Я с радостью куплю этот AWM Phoenix и подарю вам в моем телеграмчике. Потом, ребята, погнали искать. Уже 35 голдишки, я уже вижу кучу крутых блатных наклеечек. Но нам, ребята, нужны арканочки. Я верю в то, что на скине с Origin коллекции мы сможем найти, ну, прям что-то нереально редкое. Прям, вот прям очень-очень редкое. Мало ли какой-то школьник приклеил там Gold School, выставил на рынок и забыл. И сейчас на Кента ПК все откопает, все найдет и все купит. Слушайте, ну за 50 голды, мне кажется, имба. Вот, лучше уже не будет, не ищите. Вот если у вас бюджет 50 голды. Так, что же мы видим еще? Я вижу очень много наклеек. Наверное, на мой Феникс каждый, кому не лень, клеит какую-либо наклейку. Ребята, посмотрите, вау. Как же много крутых редких наклеек. Вау. Слушайте, ну я думаю, можно купить. Чего бы нет, я куплю, потом подарю кому-то из вас. Что еще? Ого-го, блин, ребята, вот этот крутых скинов. Ну давайте листать, пока мы не найдем скины с Хэллоуин коллекции, потому что пока что, ну, такое себе. 5 minutes later. Вы не поверите, но я до сих пор не видел ни одного скина с Хэллоуин наклейкой. Это как? Это как? Уже 250 голды. Да, наклейка Биохазар, да, круто, дорого. А где Хэллоуин коллекция? Я намерен купить именно ее. Хэллоуин наклеечки, мои маленькие, мои славненькие, идите ко мне, идите к папе, идите к папе. Где хотя бы одна? О, сразу две, прикиньте. Сразу две наклеечки. Не, ну можно, конечно, купить. Но пока что я хочу увидеть что-то покруче. Что-то покруче. О, пошли хлы наклейки. То есть хлы наклейки начинаются с 350 голды. Ну как-то дороговатенько. Как-то слишком дороговатенько. Что? Вы посмотрите на эти наклейки. Вау! Эта наклейка стоит 20 голды. Я хочу купить, я хочу купить. Я не знаю, купить или нет. 20 голды стоит наклейка. Вы понимаете, я могу перепродать его гораздо дороже. Вау, какие сосочки. Еще наклейка Аркана. Имба! Вау, еще Аркана. Пошли нормальные наклейки. Пошли, дорогие наклейки. Вау, Девилиш. Девилиш. Вау, всего лишь 1,5 косаря, там все эти наклейки стоят в сумме больше 20к голды. Это просто им... Что? Легендарка? С Хэллоуин коллекцией? Чего? Еще одна легендарка с Хэллоуин коллекцией. Просто мне интересно посмотреть на лица этих школьников, которые приклеили эти дорогущие наклейки с Хэллоуин коллекцией на этот сраный AWM Phoenix. Ребят, вы что там в сосну въехали? Ну что же мы видим, ребят? В итоге самый дорогой скин у нас опять же без наклеек. Ну или с дешманскими наклейками. К сожалению, Gold School мы не увидели. Короче, ребята, на такой хорошей, замечательной ноте мы, наверное, будем заканчивать. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик обязательно. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуакл Юха. Всем удачи, всем пока.